Всех приветствую, друзья, яйцароводы, овцеводы, любители. Вот у нас сегодня 15 октября. Приехал скотовоз. Привез суфолков. Перегрузили мы их себе в машину. Получилось у нас 5 ярочек. Покупал 7 ярок. Одну не выпустили с Калининграда, с карантина. Другая на пароме что-то там придушилась, умерла. И вот такой баран. Ярки мартовские этого года. Получается, поскольку там им по 7 месяцев, грубо говоря. Вот такое поголовье, вот такая новая порода едет к нам в хозяйство. Барану год и два, по-моему, или год и три возраст. Баран, да, длинный, высокий, длина как бы впечатляет. Ну, будем знакомиться с новой породой, будем познавать ее. Конечно, ярки очень худые, но купленные были они в мае месяце этого года мною. Представляете, сколько тысяч километров они проехали, сколько на карантинах побывали. Естественно, за все это время путем их никто не кормил. Это все ясно и понятно дураку, скажем так. Ну ничего, у нас кормов хватает. Будем кормить, будем ухаживать. Я думаю, через 2-3-4 месяца совсем другой вид будет у них. Вот такие красотки. Ну, худоваты, правда, едут к нам в хозяйство. Еще хотелось бы сказать, сегодня я выставлю видео и немножко изменю название моего YouTube-канала. Канал будет называться «Яйцары, арашаны и суфолки в Воронеже». То есть у меня в хозяйство будет 3 породы овец. Всем всего хорошего, друзья. Всем удачи.